2 мая продолжился официальный визит председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомалиева в Туркменистан. Сегодняшним утром председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомалиев вместе с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана Гурбангулы Берду Мухамедовым и главами парламентских делегаций Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в церемонии возложения венка у монумента Конституции Туркменистана. Затем в Ашхабаде состоялось первое заседание межпарламентского форума Центральной Азии и Российской Федерации. Межпарламентское сотрудничество – неотъемлемая часть межгосударственных отношений. В начале со вступительным словом на форуме выступили председатель Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана Гурбангулы Берду Мухамедов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. На форуме принял участие и выступил председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали. В своем выступлении уважаемый Рустам Эмомали подчеркнул, что сотрудничество национальных парламентов в формате Центральная Азия-Россия имеет большое значение и способствует дальнейшему укреплению двухсторонних отношений между нашими странами. Также в работе форума приняли участие главы парламентских делегаций стран Центральной Азии. После торжественной части форума состоялась церемония подписания двусторонних соглашений. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана, уважаемый Гурбангулы Берды Мухамедов, подписали соглашение о сотрудничестве между Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана. В рамках своего официального визита в Туркменистан председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, принял президент Туркменистана, уважаемый Сердар Бердымухамедов. В начале встречи председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, поздравил новоизбранного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с избранием на этот высокий пост и передал поздравительное послание президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Бердымухамедову. Стороны обсудили широкий спектр приоритетных вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, и отметили важную роль межпарламентских связей в развитии и расширении двухсторонних отношений. Отмечалось, что дружественные отношения между Республикой Таджикистан и Туркменистаном развиваются на основе нормативно-правовых актов. В ходе встречи стороны также отметили расширение сотрудничества в сфере энергетики и топлива, транспорта и связи, промышленности и сельского хозяйства, включая полную переработку хлопка до производства конечной продукции, а также образование и культуры. В целях содействия укреплению культурных связей было предложено организовать и провести в 2022-2023 годах Дни культуры Туркменистана в Республике Таджикистан. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в политической сфере, в том числе политическая ситуация в регионе и мире. В завершение встречи уважаемый Рустам Эмомали от имени президента Республики Таджикистан пригласил президента Туркменистана, уважаемого Сердара Бердымухамедова, посетить Республику Таджикистан с официальным визитом. Приглашение было радостно принято.